Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова, и я продолжаю делиться с вами информацией. Я вчера уже поздно вечером зашла в такой псевдомайнинг, это зарубежный майнинг, поделились как бы зарубежные партнеры со мной майнингом. Что я хочу сказать по этому майнингу, может немножечко кому-то вчера было и непонятно. Значит, нам при регистрации здесь дают $70, они появятся вот здесь на балансе, вот в первой строчечке, вот в этой, $70. Вам на почту придет письмо, сначала приветственное, а потом оповестят о том, что вам начислен бонус. Два письма должно быть. Значит, вы покупаете пакет, нажимаете вот сюда, купить, как бы, да, и потом вот сюда. Вы покупаете это за 50 и 2 за 10 я купила. Значит, понятно с этим. Нам этот бонус дается на время, потому что они потом его заберут, как бы вычтут. Нам как бы на раскрутку дают, чтобы... И в чем здесь еще плюс? Здесь выгодно приглашать. За каждого реферала здесь, оказывается, дают $10. Вот. Понимаете? Пригласили человека, зарегистрировался, вот чуть ниже партнерская ссылочка, по вашей ссылочке человек, вам начисляют $10. А опять вот здесь все баланс. Если здесь вот можно майнить, выбираете биткоин, интериум можно, монеро, а вот это вот она не кликабельна почему-то. Ну, я уже как бы изначально начала майнить биток, да, поставила, чтобы не стала я другую майнить, чтобы не перепрыгивать, чтобы все в одну кучку было. Значит, вот здесь три полоски. Вот здесь нажимаете вот майнинг. Вот. Я уже что купила? Значит, вчера я купила за $50 от пакет 250 ГХС, и 2 я купила по 50 ГХС. Далее, сегодня я уже купила утром 1 за 10 ГХС, плюс потом я зашла проверить баланс, у меня $100 уже, это значит 10 человек пришло. Я купила вот пакет на 500 ГХС и плюс еще на 50 ГХС. Я раскручу, как бы, да, чтобы мне шла прибыль, майнилось это все. Вот. И, ну, у меня как бы биткоин, чтобы не разбросано было, а тут разбросаю все по чуть-чуть, потом уже и фиг выведу. Будет платить, не будет, я не знаю. Вот. Здесь вот это вот пакет. Смотрите, какая у вас сумма с приглашенных, если вы будете, да, приглашать партнеров, рефералов, какая вот у вас здесь будет сумма. Вот у меня сейчас $10. Ко мне зарегистрировался человек. Я могу сейчас вот купить за $10, смотрите, куплю пакет. Вот. Я его покупаю. Все, у меня куплен. Вот. Перезагружается страничка. Я купила пакет. Плюс еще один. Все, у меня баланс по нулям. Ну, как бы. Далее, давайте переведем на русский. И вот здесь ваша статистика, вот это вот ваш баланс, это здесь вот как бы изъятие, и вот внизу ваша партнерская ссылочка. Смотрите, вот доступный баланс, здесь USD и BTC, ну вот что тут, вот биткоин, интериум, этот Monero и вот эта монета ихная. Так как у меня биткоин, у меня в биткоинах, да, идет USD и BTC, доступный, в ожидании. Комиссия и зарезервированный. Вот такая вот тут статистика идет. Далее, а вот здесь вкладочка уже изымать. Здесь мы, что биток, интериум, монеро. Значит, далее будем вставлять количество, адрес, и появится, должна будет кликабельно как бы изымать, да? Вот. Ну, естественно, будем проверять это все на вывод, этот майнинг. Как бы будем мониторить, буду и это все, как бы, да, и делать видеообзоры. Вот. Ну, а пока вот буду наращивать, как бы, эту мощность, покупать.
плюс еще должны этих 70 долларов они высчитать, забрать. А заберут они вроде как через 30 дней, если я не ошибаюсь. Здесь есть вопросы-ответы. Вот. И нажмете. Ну и это все переведете, можно прочесть. Надеюсь, моя информация была полезна. Вот Facebook, интересно. Ага. А вот про Facebook, я не знаю, есть у них тут Facebook или нет. Ага, есть. А вот и Facebook. Смотрите, есть группа Facebook. Это очень радует. Значит, давайте я нажму присоединиться. Вот. Очень даже хорошо. На рассмотрение. И участников прилично. Вот. Вот такой вот майнинг. Кому интересно и кто умеет, например, приглашать, почему бы и не посидеть. Без вложений, я считаю, можно. Только, пожалуйста, ничего сюда не вкладывайте. Потому что я не знаю, заплатит он нам, не заплатит. Наше присутствие здесь не требуется. Как бы, да, можно только заходить, как бы, и проверять время от времени баланс и покупать, как бы, вот эти пакеты и майнить. Вот. Ну, буду на этом заканчивать, как бы,